Доброе утро всем, братва. Сегодня, короче, оживим электростанцию. Казалось бы, безнадежную, четырехтактную, для отправки в избушку. Надо отрепетировать. Посмотрим, заработает, не заработает. Вот такая вот электростанция. Простояла, ребята, на лет 5 без дела. Посмотрим, заработает, не заработает. Увезу ее в лес. Будет она жить там. Стартера здесь нет. Заведу шморгалкой. Если заведется, конечно. Но перед этим, ребят, сейчас я вам покажу за пресловутый Nissan Pathfinder Вияху. Случилась беда. Нашел выход положения. Короче, как-то с утра сел, завел, минут 10 потарахтел и заглох. Сажусь обратно, зажигание туда-сюда. Все, ребят, на панели приборов по нолям, признаков жизни ноль. Но при этом работает ближний-дальний свет, противоварийка, стопы, все работает, но на панели приборов голяк. Немножко покумеков, ребят. УАЗик был у меня там. У кого был УАЗик, знаете, что предохранители меняют. Обычно вставляют проволоку или монетки. Ну, думаю, залезу. Не стал лезть сюда в блок предохранителей, смотреть, что там случилось. Короче, сразу на плюсовую клемму. Здесь есть два таких предохранителя сверху. Вот видите, они как спайки, не предохранители. И также сбоку. Сзади тоже есть планка предохранителей на плюсовой клемме. И что же выяснилось здесь, с той стороны? Короче, на 100 ампер предохранитель он перегорел, треснул напополам. Ну, перегорел, не знаю, какие причины. Окислились, может, от старости. В итоге, что делать? От дома к гаражу надо было как-то доехать. По старинке, короче, взял медную проволоку, ребят. Ускрыл вот эту планку, туда напихал медной проволоки. Все, зажигание появилось, панель ожила. Завел, доехал до гаража. Но это дело такое, ребят. Медная проволока почти вся сгорела, ехать хотят километр меньше. Хорошо капот открыл. Вот эта вот хрень, она... Пламя тут было, короче, маленькое. Если бы не открыл капот, сгорел бы нахер. Но факт в том, что в проезжей части... Таким образом, машину можно убрать, если случится такая фигня. Что-нибудь засунули, только проводящий туда. Метров 5 отъехали, убрали все в сторонку. Короче, снял я всю эту плюсовую хрень. Запаял их там, в гараже. Короче, все как положено. Напаял хорошенько. Вот уже 3 дня езжу. Как бы без проблем. Но это не выход, это тоже, мне кажется, ненадолго, поэтому заказал вот эту вот плюсовую клемму с блоком предохранителя. Ну, выйдет она рубля 4, ребят, не меньше. 4 с лишним там написано. Так что, если у кого-нибудь случится такая проблема, не отчаивайтесь, вся проблема в блоке предохранителей. Сняли, посмотрели, там будет сразу невооруженным взглядом видно, сгорело или не сгорело. Ну, или здесь верхние. Не надо сервисный центр сразу кричать, гнать. Ну, вот такое вот может здесь случиться. 10 лет машина отходила, первый раз такая фигня случилась. И как практика показала, сервисные центры, ребят, заточены на что бы только срубить бабла, как было у меня со свечами. Машина на холодную вообще не заводилась. Всяко разно гонял туда-сюда. Брали бабки, чуть ли движок уже открывать не хотели. Но оказалось, ребят, дело тупо в свечах. Еще и свечи нигде не хотели менять, потому что боялись, обломаем, не обломаем, суки. Короче, сам я все это сделал, поменял свечи. Тут вы забыл об этой проблеме. В любой мороз, как раньше заводился, так и заводится. Так что не ссыте, экспериментируй. Он прост, как УАЗик. Ладно, всем удачи, ребят. Будем сейчас заниматься электростанцией.